Либо игровой стрим. Ой, сиськи классные. А было видно? Да. Бля, мне кто-то скидывал скриншоты, где у тебя там были видны... Подкладки, да? Да. Ну, пиздец, я больше... Я хуй топик этот надену еще раз. Ебать, прикольно было, мне понравилось. Реально? Да. Не, я хуй, я больше в жизни нахуй на стрим не надену этот топик. Мне пиздуло, типа, я так, не, я буквально, я вот так вот просто подняла, меня предупреждали, типа, в нем в зал не ходить, а чё, это же не зал, типа, нельзя, ну, может подняться. Я такая, да, хорошо, хорошо, я подкладки надевала, ну, во-первых, чтобы сосков не было видно, во-вторых, холодно, ну, просто, мало ли, вот как мало ли произошло. Ну, вот, да. Да, но я всегда надеваю подкладки под любой топик, под все, типа, потому что, ну, блядь, вот так можно гнуться, вот так, блядь, и ты ничего не сделаешь, блядь, ну, вот эти сиськи ебаные, нахуй, везде лезут в экран. Вообще, блядь, свободы действий нет никакой, блядь, из-за этих сисек. Мне похуй. Ой, так трясутся. Зачем я смотрю туда? Не, мне не так трясутся. У меня еще живот при этом трясется.